Приветствую вас. Честно говоря, я тоже не знаю, как вам поступить в этой ситуации, потому что это ваша жизнь, и вы как-то выбирали себе мужчину, строили отношения. Вот. И, собственно, я могу сказать только то, что, по-видимому, многие вещи из тех, которые, ну, которые вы думаете, что являются сами собой разумеющимся, или те вещи, которые, ну, в силу ряда причин для вас важны, вы их оставляете, типа, ну, как это сказать, вы их оставляете, ну, по умолчанию, да? То есть не озвучиваете их, не говорите про них. Вот, и из-за этого, как мне кажется, получается различные ситуации. Вот. То есть, иными словами, там получается, что вас не так поняли вы. Так поняли, вот, и так далее. То есть очень важно, на самом деле, как мне кажется, очень важно то, как вы себя преподносите. То есть, условно говоря, если вы преподносите себя таким образом, что мужчина думает, например, что, ну, там, можно за ваш счет там что-то делать, да, или там мужчина думает, что там, ну, можно за ваш счет там жить и прочее, если у него возникает такая мысль. Вот. То это, условно говоря, вопрос, наверное, больше к вам. Почему мужчине приходит в голову такая мысль? Вот. А если мужчина ставит во главу угла свою маму, вот, ну, к этому можно относиться по-разному. Правда в том, что это его выбор. Это его мама и его выбор. Воспринимать маму, ну, так, как он хочет, в принципе. Вот. Поэтому мне кажется, что, опять же, момент здесь такой, что, как бы, его отношения с мамой — это его отношения с мамой, вот. Вы вряд ли их можете поменять, но вариант в том, что вы, видя, как он относится к своей маме, да, видя какие у них отношения, какие отношения у мамы, ну, вот, какое отношение у мамы к сыну там, или к вам, допустим, вы как-то на это закрывали глаза, ожидая, что что-то изменится и так далее. Вот, и в целом, мне кажется, здесь история про то, что вы к себе не прислушиваетесь. Вот, что мне кажется, в целом, мне кажется, что это больше история про то, что вы себя не слышите и не привыкли, может быть, себя слышать, а может быть, и обесцениваете то, что для вас важно, может быть, не позволяете себе выражать то, что вам важно, по какой-то причине, вот, одной вам понятной, одной вам известной, вот. И опять же я, ну, без
какого-то негатива, я так говорю. То есть я хочу, чтобы вы понимали меня правильно, да, я без какого-то негатива это говорю. Я говорю это исключительно вот с той позиции, исключительно с той точки зрения, да, как бы, что вы, ну, что вы не удовлетворены, по сути, вот. Что я хотел сказать. И все. Вот, а так, в принципе, вы делаете так, как вам хочется, так, как вам кажется правильным и так далее. То есть это решает этот момент исключительно вы. Вот я не думаю, что у меня есть право и желание указывать вам на, ну, указывать вам, как обращаться с своими ресурсами. Вот. Другой же вопрос, что, ну, что вам некомфортно, другой же вопрос, что вам неудобно, такой же вопрос, что вы чувствуете себя, ну, что вы обижаете, что вас это задевает. И я согласен с вами с тем, что это действительно может быть неприятно, я согласен с тем, что это действительно может быть, ну, что это действительно спорный момент для вас. Вот. Но вопрос, он, конечно, в том, как мне кажется, вопрос в том, что вы будете с этим делать. Вот. Вопрос, как мне кажется, больше в том, как вы будете с этим обращаться, ну, в смысле, вот, с этим чувством своим. Да, вот это, мне кажется, важнее, гораздо важнее. Вот, потому что, если вы, ну, условно, будете требовать, да, только, если вы будете только требовать там, от человека что-то и так далее, вот, но при этом, условно, никак не обеспечивать, там, ну, никак не обеспечивать, для себя защиту своих интересов, вот. То есть, ну, проскакивает вот этот момент, то, мне кажется, ситуация будет складываться для вас довольно-таки печально, вот, потому что мужчина считает, что с вами так можно, мужчина считает, что это, ну, как бы, ну, что это нормально, понимаете? В чем момент? Вот. То есть самое в этом неприятное то, что для человека это хорошо. Самое неприятное то, что для человека это абсолютная норма. Вот. Ну, я имею в виду такое поведение, я имею в виду такое отношение вот к вам. И, собственно, вот в этом и заключается, как бы, проблематика. То, что вы хотите одного, вы ждете одного, и вы, как бы, ну, гипотетически имеете
как бы полное право, да, на то, чтобы мужчина вам помогал, на то, чтобы мужчина вкладывал деньги, там, условно, в обеспечение, но в то же время почему-то вы выбираете для себя такого человека, который это не делает. И я думаю, что вот в вашем тексте ощущается такая, знаете, некоторая поспешность, некоторая такая, может быть, эмоциональность, опять же, я не знаю, может быть, это связано с, ну, с вашей, ну, с тем, что вы второй раз, условно говоря, беременны, просто, ну, может, просто связано с тем, что вы беременны, вот. Но момент, как бы, он вот такой, да, момент такой, и это нельзя сейчас, ну, исключать, понимаете? Вот. Поэтому мне кажется, что вот, ну, я бы обратил ваше внимание на эти моменты. И, соответственно, разобраться вам, разобраться в себе, как мне кажется, нужно. Вам поисследовать себя, как мне кажется, нужно. И уже потом думать, что делать дальше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это может послужить началом вашей работы над собой. Чтобы изменилось поведение вашего мужа и отношение вашего мужа, если вы хотите, нужно менять поведение своей. Удачи вам, всего самого доброго.